Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента морских операций на месторождении Апшерон. Мероприятие проходило на Бакинском заводе глубоководных оснований имени Гейдара Алиева. Глава государства в интервью местным СМИ назвал событие важным, так как начинается новый этап в разработке месторождения. Bizde tam eminlik var idi ki burada çok büyük gaz ihtiyatları vardı. Мы были абсолютно уверены в том, что здесь имеются крупные запасы газа. Я рад, что компания Total пришла к тому же мнению. Были подписаны соответствующие документы с ОКАР, после чего началась практическая работа. Было открыто крупное газоконденсатное месторождение. Я могу сказать, что именно Хошпарт Муалим первым сообщил мне об этом важном событии – открытии месторождения. Таким образом, был получен крупный ресурс для сегодняшнего развития нашего нефтегазового потенциала. Neft gaz potensialımızın inkişafı için çok büyük resurs elde edildi. Tağın da demek olar bir 350 milyar kubometre. Запасы этого месторождения оцениваются в 350 миллиардов кубометров газа и 40 миллионов тонн конденсата. Поэтому оно очень важно для нас. К имеющимся запасам природного газа Азербайджана прибавилось еще 350 миллиардов кубометров. Добытый в рамках первого этапа разработки Апшерона газ будет направлен на внутренний рынок. В этом есть необходимость из-за роста населения и промышленности. Топливо со второго этапа поступит на экспорт. Особенность этого проекта заключается в том, что на построенной нами платформе не будут работать люди. Традиционная профессия нефтяника опасна и сопряжена с риском. Зависит от погодных условий. Но в нашем проекте нефтяники из офиса будут следить за всеми процессами. На первом этапе объем добычи составит 1,5 миллиарда кубометров в год. На пике в рамках проекта может добываться около 5 миллиардов. Ежесуточная добыча конденсата составит около 10 тысяч баррелей. Проект «Апшерон» очень важен для «Тоталь». Мы являемся здесь партнерами СОКАР. Месторождение «Апшерон» очень важно для обеспечения потребностей внутреннего рынка Азербайджана. СОКАР и Тоталь подписали соглашение об определении основных коммерческих условий первого этапа разработки газоконденсатного месторождения Апшерон в ноябре 2016 года. Контракт заключен сроком на 30 лет. Контрактная площадь составляет 747 квадратных километров.